Всем привет! Как видите, сзади меня это ChromeOK Studio. Я ее сделал сам, своими вот этими вот руками. Мне это ChromeOK Studio обошлось в 10 евро. В долларах или как-то в гривнях, я не знаю, сколько это будет переводиться. Ну, короче, мне это обошлось в 10 евро. Я, в общем, пошел в магазин и купил вот такую вот бумагу. Вот. И, короче, чтобы мне нужно было это сделать, я составил из 6 кусков. То есть 1, 2, 3, 4, 5, 6. И мне для этого дела потребовалось. Какая разница? Вот такой вот скотч обычный. Ну, чтобы просто с другой стороны это приклеить. Вот. А на самом верху доска. Вот. Так. Это ничего страшного, что я туда-сюда хожу. В общем, мне понадобилась вот такая вот доска. Я просто посередине приклеил. Сбоку я тебя, то есть не приклеил, а просто скотчем. Вот. Я старался, естественно, для этого ChromeOK Studio использовать достаточно яркий зеленый цвет. Обычно ChromeOK используют в кино. В Голливуде и в других известных киностудиях. Обычно мы можем увидеть в каком-нибудь фэнтези или фантастическом фильме, когда, например, режиссеру нужно сделать какую-то эффектную сцену, допустим, это какой-то Марс, и на фоне этого ChromeOK используют тот же Марс, там, космические корабли, а потом к этой теме подключают, кроме ChromeOK, крутую программу, например, как Sony Vegas для профессионалов, и покупают там какие-нибудь навороченные крутые компьютеры и делают достаточно качественные спецэффекты. И обычно фильм смотрится за счет, ну, вот этих вот спецэффектов. And as you can see, this man is screaming in furious anger because he can't find a free parking spot. Давайте проверим на деле мою ChromeOK Studio. Давайте представим, что сзади меня происходит батл Юрий Хованский против Ларина. Лишь бы не слышать твой свинячий виск, хоть ты и не свин, ты как минимум, Юрка, сфинкс в окружении пирамид. Теперь ты понял, в общем, или сфинкс, пусть будет сфинкс, сзади меня батл СТ против Оксимирона. Серый, ты абсолютно серый МС, у тебя уверенность в себе? Но не манера и стиль. Я разъебу тебя, исследовав карьеру вблизи... Теперь я хочу, чтобы хер, сзади меня был просто галактика или космос. Теперь я хочу, чтобы это была просто война. Весной 1964 года Вьетнам стал горячим очагом холодной войны. Более 16 тысяч американских военных советников учили вьетнамскую армию вести сражения с внутренним партизанским движением, получившим название Вьетконг. Теперь я хочу, чтобы ничего не было сзади меня. Вот примерно так работает ChromeOK. Я забыл, что хотел дальше сказать, поэтому ставьте лайк этому видео, комментируйте, подписывайтесь на мой канал. Всем пока!